Без лишней спешки и суеты, за кулисами лишь повторы танцевальных па, подготовка костюмов. Яркие и нарядные они и ситца, шелка и льна. Для артиста антураж шикарный, а вот костюмеру долгая и кропотливая работа. Лен, например, сильно мнется, и чтобы разгладить все складочки, нужно 2-3 часа. За это время бесформенные одежды превращаются в воздушные наряды. У нас Вологда, ровесница Москвы, и история не менее интересная, поскольку мы здесь показываем наши промыслы, мы показываем вологодские кружева, мы показываем лен. Наш край и в декорациях. Это Вологодский Кремль. Нарисован он по описаниям 17 века. Любил русский народ и песни петь, и на инструментах музыкальных играть. Артист ансамбля Алексей Копытин тоже без музыки никуда. С легкостью и на баяне, и на ложках сыграет. Выпускник Саратовской консерватории увидел объявление о наборе в русский север в институте, не раздумывая, отправился в Череповец. И здесь уже 2 года. Здесь больше о гармонии. Гармонь, жалейки, свирели, все с древности, то, что было в древние времена. Баян, к счастью, а может, к сожалению, не был с древних времен. Ему всего 90 лет. Больше. На первый взгляд, похоже на стиральную доску. На самом деле, это старинный музыкальный инструмент. Называется он рубель, а появился еще в 9 веке. В огромном чемодане музыкантов бубны, трещотки, барабаны. Это рожок, сделан из рога коровы, поэтому так и называется. Много свирелей, каждая только в своей тональности играет. Вот это, например, фа-мажор. Играли сегодня не только артисты, также аккомпанировали и дети. А еще заезжал на праздник Дед Мороз. Гостил недолго, дел много, Новый год впереди. И вы приезжаете ко мне в гости, великий Устюг. Приедете? Русские народные хороводы, праздничные вечерины. На сцене академические и фольклорные номера. Каждый ярок и самобытен. Программу «Наш край» удалось поставить буквально за 2 месяца. Впервые мы для детей показываем этот номер и волнуемся, как они его примут. Надеемся, что правильно его поймут. Тут же проводится интерактив с ними, поэтому очень сложно их завести, их раззадорить, их привлечь к интересу, особенно внимание. Боялись напрасно. Зал каждый номер встречал аплодисментами. Впереди у артистов работа над новой программой в ритмах танца. Это сочетание самых разных направлений – ирландских, испанских, кантри. В Вологде премьера запланирована на 7 декабря. У нас в Череповце программу покажут в январе.